Ремонт, которого ждали годами. В областном центре начались дорожные работы на улице Станкостроителей на участке длиной чуть более километра от улицы Некрасова до полигона «Чистое поле». Здесь будет произведен ремонт проезжей части. Ширина дороги будет 11 метров, 3 полосы движения. Асфальтобетонные покрытия с восстановлением ливневого коллектора, с промывкой и восстановлением ливневого коллектора. То есть воды на дороге не должно быть. Срок окончания контракта 1 декабря этого года, но подрядная организация постарается все сделать как можно раньше. А пока только вырыт котлован, так называемая корыта, заготовленный песок и щебень для отсыпки дорожной одежды. Общая стоимость работ составляет 103 миллиона рублей. Вторую часть Станкостроителей от полигона до улицы Суздальской ремонтировать будут уже в следующем году, если областное правительство окажет финансовую помощь. Проектно-сметная документация разработана на этот объект. Надеемся, что сможем войти в программу следующего года. Протяженность того участка дороги она составляет 3,3 километра. Ориентировочная стоимость более 200 миллионов рублей. Начало ремонтных работ на улице Станкостроителей – уверенный шаг к осуществлению давней мечты всех автомобилистов об альтернативной дороге в объезд центральных магистралей города. Правда, прежде чем эта мечта осуществится, пройдет еще несколько лет. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.